настольного типа, первый лупер настольного типа RC-505. Я думаю, что ни для кого не секрет то, что линейка луперов Boss пользуется популярностью, но до сегодняшнего дня были представлены только процессоры напольного типа, такие как RC-3, RC-30 и RC-300. И на Frankfurt Music Messe мы рады представить вам новый, обновленный RC-505. На данном слайде вы видите основные категории покупателей, которые приобретают данные продукты. Это гитаристы и басисты, это уличные музыканты типа битбоксеров и клубные диджеи. Специально как раз для последних двух категорий Boss и создает настольный лупер. Давайте разберемся, что в нем принципиально нового и чем он отличается от других луперов, представленных Boss. Значит, есть три вещи, на которые стоит обратить внимание. Первое, то, что он для использования руками, но с возможностью подключения фудсвича и контроля. Он имеет возможность записи и воспроизведения 5 треков одновременно, что не было представлено до этого. И также, что стоит отметить, были абсолютно переработаны эффекты, и они направлены на создание специальных перформансов, что вам будет дальше показано. Значит, если разбираться по отдельностям, выглядит он приблизительно вот так вот. И что очень важно для этой категории инструментов, то, что он имеет 5 отдельных секций с возможностью 5 независимых клавиш записи, воспроизведения, отдельным блоком кнопку стоп, edit и фейдер громкости для каждого из 5 треков. Также стоит обратить внимание на новые эффекты этих ручек и возможности использования этих эффектов 2. Соответственно, один — это Input FX, который определяет звучание вашего трека, и Track FX — это ручка, которая управляет всем миксом созданным. Типы эффектов, которые управляются ручкой Track FX, они абсолютно новые и основаны на клубной культуре, такие как Beat Repeat, Beat Shift, Beat Scatter, Vinyl Flick. Чтобы вы поближе познакомились с этим инструментом и поняли, о чем вообще только что шла речь, я хочу пригласить из Франции музыканта, который победил в прошлом году на Loop Contest'е. Его зовут Тионеп. Who comes to the rebel house? 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 Who comes